И всем привет, я играю на скрафте в Lucky Wars. Давайте-ка приступим. О, какая карта интересная. Вот, облутываем Lucky блокчики. Ничего путевого, одни зельки и блоки. Вот, выпал нагрудник на защиту 1. Пойдет, конечно. Но можно было и получше. Ну-ка, что здесь будет? Не ловушка, надеюсь. Это еще один нагрудник на огнеупорность. Но он нам не нужен. Игроков здесь мало, только 8 было. И осталось только 7. Лаки блокчики еще нашел. Вот это, конечно, круто. Защита. И меч топовый на отдачу 2. Очень топовый меч здесь. Ну-ка, убегаем. Домик взорвался. И облутаем еще лаки блокчики. Оставшиеся. Это кирочка алмазная. Тоже пойдет нам. Мечочек обычный. Настя взорвалась вон там вон. Идем к ней. Думаю, нас не обкидают и не обстреляют из лука. О-хо-хо. Кто-то в ловуху попал, там угодил. Вон. Эмеральд убивает всех. И остались мы с Эмеральдом только одни. Надеюсь, он одет не топово. Сейчас посмотрим, узнаем, где он прячется. Вон он, где бегает он. Понятненько. Теперь все понятно. Надо идти на центр. Ах, даже не попал. Эх-хе-хе-хе-хе. Вот попал и все потратил припасы. Держим меч наготове. Бесстрашно прямо идет к нам. Яблоко ест. Нифига себе повезло ему. Как ему повезло, боже мой. И это было все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока!